Восьмой Юзе – один из новых микрорайонов нашего города. Домов много, а вот зелени не хватает. Поэтому здесь силами городской администрации вот уже несколько лет проводятся работы по озеленению. В этом году для посадки были выбраны саженцы, выращенные в питомнике Нижегородской области. Им уже более 12 лет. Каждое взрослое дерево защищает, дает кислород для 3 человек. Так что сейчас мы с Николаем Юрьевичем и нашими помощниками, и вами в том числе, дали кислород на 51 человека. Всего в этот раз на Нижнем Дуброве в районе 15-го дома было высажено 17 лип, а в прошлом году у соседнего дома посадили более 30 саженцев. Все деревья прижились и сейчас уже радуют местных жителей первой листвой. Озеленение в этом районе проводится в том числе по их просьбе. Люди обращались к депутатам и в администрацию с просьбой высадить между домами и проезжей частью зеленые насаждения. Давно пора было посадить здесь деревья от дороги, чтобы было красиво. Вот там аллейку сделали около того дома. Всегда ходила мимо и как бы радовалась. А теперь и около нашего дома такая прекрасная будет как бы аллея. На Нижнем Дуброве второй год высаживают мелколиственные липы. Они хорошо поглощают вредные вещества и легко поддаются обрезке. А еще отличаются высокой приживаемостью. При этом городская администрация не только проводит работу по высадке деревьев. Специалисты городских коммунальных служб осуществляют дальнейший уход за ними. В частности, первый год саженцы для приживаемости необходимо часто поливать. В этом году мы уже дважды заказывали поливальную машину, считая пошагонник высадок. Сейчас у нас тоже за спиной поливальная машина стоит. И если будет жаркое лето, мы, несомненно, возьмем на себя ответственность и также будем поливать деревья. Потому что нам очень нравится 100% приживаемость. И мы надеемся достичь этих показателей. Помимо Нижней Дубровы, 10 лип были высажены у Платоновского пруда на улице Казарменная. Ранее еще 45 деревьев было высажено в микрорайоне Юрьевец. В планах администрации с каждым годом увеличивать объемы высадки новых деревьев. Так, в прошлом году в областном центре посадили более 200 саженцев, из них порядка 60 в 8-м юго-западном районе. Потому что это район новостроек, и зелень здесь пока еще у нас достаточно бедновато. В этом году мы планируем в городе высадить более 300 деревьев. Также 8-й юго-западный район не останется без внимания, много деревьев приедет сюда. Ну и очень надеюсь, что мы ежегодно будем увеличивать количество деревьев, которые высаживаются в городе. По крайней мере, это в планах есть. Следующая высадка деревьев состоится в новом парке Победы. Там посадят алтайские кедры. Их высадят уже взрослые, 20-летние, высотой около 2 метра. Всего в этом парке будет высажено более 100 деревьев различных пород. Новые деревья появятся и на центральных улицах областного центра. Специальную программу для этого сейчас разрабатывают в администрации по поручению главы города Андрея Шохина. Ирина Шульга, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».